Малый бизнес в Химках активно развивается. Благодаря мерам поддержки только в прошлом году в округе зарегистрировано 3500 новых индивидуальных предпринимателей. Как меняется сфера бизнеса? В какой помощи нуждаются частные компании? Эти и другие вопросы обсудили депутаты городского округа в ходе визита в медицинскую клинику. Мы самый первый социально значимый проект для микрорайона Новогорска. Медицинских центров здесь больше просто нету. Мы в свое время посчитали, что это очень важно для того, чтобы микрорайон развивался. Руководитель медицинского центра лично провела для гостей экскурсию. Рассказала о тех услугах, которые можно получить в клинике, и познакомила гостей с персоналом. В свою очередь депутаты рассказали о государственных льготах при получении статуса социального предпринимателя. Если предприниматель хочет получить какую-то поддержку от органов местного самоуправления, он должен соответствовать определенным требованиям. А для этого, конечно, нужно к таким требованиям стремиться. Но я думаю, у клиники достаточно опыта, я думаю, у клиники достаточно специалистов в различных областях, в том числе и узких специалистов, которые справятся с поставленными задачами. Сейчас в планах у руководства медицинской клиники получить статус социального предпринимателя. Это условие позволит им снизить арендную плату и цены на закупку оборудования, а соответственно и на услуги. На встрече сотрудники медицинского учреждения обсудили с депутатами улучшение транспортной доступности. Этот вопрос на контроле местных властей и депутатского корпуса. Кирилл Зыкин, Вильфред Демковский, новости Химки ТВ.